Компания Xiaomi объявила о начале продаж в России смартфона Poco X3 NFC, именно того смартфона с необычным блоком камеры. В базовой версии 6/64 он стоит 20 тысяч рублей. Старшая версия 6/128 предлагается за 22 тысячи. Я напомню, что карты памяти смартфон поддерживает, а накопитель у него типа UFS 2.1. Смартфон станет доступен в открытой продаже с 15 октября. Вот с 7 по 9 октября для людей, кто оформит предзаказ, можно урвать старшую версию 6/128 за 19 тысяч рублей. Это можно сделать в официальном магазине Tmall. А вот на сайте Xiaomi можно купить эту версию за 20 тысяч рублей. Все же в 2000 рублей скидка будет. На выбор доступны два варианта корпуса, это серый и синий.